В Астане зажгли огни на главной новогодней елке Казахстана. Почетное право досталось чемпиону мира по боксу Данияру Елеусинову. Впрочем, новогодними огнями вспыхнули хвойные и в других городах страны. Праздничным настроением поделится Руслан Адрисов. Елочку нашу зажгите! Огни на елке зажглись под залпы салюта. Аким Алматы лично участвует в церемонии и поздравляет горожан с Новым годом. Я желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, успехов, удачи, всего самого наилучшего в новом 2014 году. С Новым годом вас, дорогие мои! 18 метров искусственных иголок конструкцию установили у одного из крупных торговых центров. Чтобы украсить эту елку, понадобилось 3000 игрушек. А в Павлодаре главная елка области стала выше. Ее длина теперь 30 метров. Говорят, что даже на Красной площади в Москве дерево ниже. Правда, и обошлась она городскому бюджету в 38 миллионов тенге. Коммунальные службы расчищают дорогу кабриолету. В нем едет главный новогодний персонаж – Дед Мороз. Именно ему выпала честь зажечь огни на лесной красавице, тогда как в столице это сделал известный спортсмен, чемпион мира по боксу Данияр Елеусинов. От этого года я жду больших, очень громких побед. На Сочинской Олимпиаде, я думаю, наши спортсмены не подведут. И на азиатских играх, думаю, сам хорошо выступлю. Главная елка страны 25 метров в высоту. По традиции лесную красавицу установили на площади перед Акордой. Здесь же развернулись театрализованные постановки, а в роли Деда Мороза известный актер Гани Кульжанов. Уже в ближайшие дни огни на елках зажгут и в других городах страны. При их установке ни одно настоящее дерево не пострадало. Руслан Идрисов, Дмитрий Попов, Артем Кохан, Булат Каманов, Еркеулан Тойболдин, 7 канал.